Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 23 января, вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании FIBA Group. В студию ведущий Роман Шевченко. Начинаем с валютной пары евро-доллар. Существенных изменений в динамике торгов данной валютной пары нет. Седьмой торговый день к ряду котировки продолжают консолидироваться в боковике 1.2220-1.2300, что указывает на явную неопределенность рынка. Открытые позиции трейдеров не позволяют определить общее настроение рынка, так как однонаправленного ценового движения нет. При этом открытый интерес все еще остается намного выше средних показателей даже при уменьшении объемов торгов. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней все еще удерживается выше среднего значения за месяц, но в понедельник торговая активность заметно снизилась. Лишь выход котировок пары за пределы боковика 1.2220-1.2300 позволит определить дальнейшее направление ценового движения. А сейчас перейдем к валютной паре фунт-доллар. На фоне укрепления фунта стерлингов, котировкам пары удалось тестировать психологический уровень сопротивления 1.4200, но даже незначительное укрепление доллара США привело к существенному ослаблению котировок пары. Поэтому риск возобновления нисходящего движения продолжает увеличиваться. Открытые позиции трейдера указывают на преимущество покупателей, так как укрепление котировок пары сопровождалось увеличением открытого интереса и объемов торгов. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней удерживается выше среднего значения за месяц, однако рассчитывать на существенное охлаждение рынка не приходится. Риск развития более мощного снижения остается высоким, но все еще нет качественных торговых сигналов для продаж. А сейчас перейдем к валютной паре доллар США – канадский доллар. Восстановление цен на нефть компенсирует умеренное укрепление доллара США, но спрос на пару все еще остается устойчивым. Поэтому дальнейшее укрепление доллара США может привести к развитию более мощного восходящего движения. Открытые позиции трейдера указывают на преимущество покупателей, так как ослабление котировок пары сопровождалось уменьшением открытого интереса и объемов торгов. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней остается выше среднего значения за месяц, но в понедельник мы наблюдали существенное охлаждение рынка. Риск возобновления восходящего движения остается очень высоким, но качественных торговых сигналов все еще нет. На этом у меня все. Благодарю за внимание и до встречи в следующих выпусках программы «Фокус рынка».Финансовая группа поддержки.